Я думаю, что многих интересует вот такой вопрос. Кто ты? Я волк, брат. Очень злой. И мы съедим их всех. Существует большая вероятность того, что в скором времени мы получим нового претендента на золото средней весовой категории UFC. И разыграется данная строчка между двумя грозными воинами, которые ни перед чем не останавливаются на пути к своей цели. Для Хамзата Чимаева это станет финальной проверкой, по нашему мнению, на профпригодность. Ведь в случае победы над данным соперником он легитимно будет претендовать на чемпионский пояс. Но соперник там отнюдь непростой. Шестого октября в рамках турнира UFC 308 Хамзат Чимаев столкнется с Робертом Виттекером в соглавном событии вечера. И наш с вами долг – посмотреть это промо для поднятия интереса и уровня ожиданий. Хотя они и так уже бьют через край. Друзья, если вы хотите вживую посмотреть UFC 308, перейдите по ссылке в описании. Билеты на бои можно приобрести у моего хорошего друга. Но торопитесь, они скоро закончатся. Когда я начинал заниматься ММА, моей мечтой было стать чемпионом UFC. Сейчас я выступаю. И все так быстро развивается. Я даже не мечтал об этом. Итак, что же нам известно о шведско-чеченском борзе из основной информации? Он заявился в главный промоушен еще 4 года назад. Его приход в компанию без преувеличений ознаменовал собой начало новой эры. Эры доминации, хайпа, искрометных финишей и ярких хайлайтов, которые быстро вывели активы Чимаева на приличный уровень. Клетка – это мой дом. Мне нравится абсолютно все, что с ней связано. Я люблю работать, драться с разными соперниками, съедать их заживо. Я очень голоден. Я люблю это все. Поначалу Хамзат активно работал над тем, чтобы создать стойкое впечатление, что он готов драться везде и всюду, с любым предложенным оппонентом. Даже несмотря на то, что он, казалось бы, шел уже по протоптанной дорожке и не изрекал каких-то уникальных высказываний, слетавшие фразы из его уст про то, что он размажет каждого, звучали настолько убедительно, что не было причин ему не верить. «Я иду за вами! Я убью всех вас! Я чемпион! Я здесь король!» Стремительно набирающая обороты гегемония с участием этого парня настолько разогналась, что его уже заочно видели претендентом на титул в нескольких весовых категориях. А Дана Уайт в открытую признавался прессе о том, что чеченскому проспекту удалось впечатлить опытного промоутера с многолетним стажем. «Этот парень особенный. Я в этой игре уже всю свою жизнь, и я никогда не встречал никого подобного ему. Он особенный, он другой, он снова хочет драться. Вы знаете, я никогда не был в ситуации, когда я такой: а кто же следующий? Как мы подберем ему оппонента? Как мы сделаем то, как мы сделаем это? Это весело, и мне это нравится». Никакие болезни и долгие перерывы, которые впоследствии настигли Чимаева на его пути к осуществлению всех своих целей, не остановили молодого зверя. Он продолжил выступать на высочайшем уровне и демонстрировать элитный класс, которому и принадлежит. «Я хочу драться, бро. Драться, драться и драться. Я люблю это дерьмо. Я здесь именно для этого. Чтобы делать деньги, быть счастливым и давать все это вам». Только после близкой победы судейским решением над Гилбертом Бёрнсом, которое показало, что даже такому уверенному хищнику, как Хамзат, еще есть куда расти, наш герой стал действовать более расчетливо и продвигался по карьерной лестнице не настолько быстро. Правда, нельзя не отметить тот факт, что у него имелись и, возможно, имеются до сих пор проблемы с получением визы, что тоже так или иначе влияет на частоту его выступлений. Однако факт остается фактом. В последние годы борз выступает не очень уж часто. Как раз-таки раз в год. Простите за тавтологию. Его последняя победа приходится на 21 октября 2023 года. Тогда это было короткое уведомление в рамках UFC 294, на котором шведский чеченец одолел решением большинства экс-чемпиона полусреднего веса Камару Усмана.
бой с которым проходил в рамках среднего дивизиона. И, ребят, Дана, Хантер, спасибо вам за все. Я тренировался и жил в маленькой комнатке в зале размером около 2 метров. Все, что у меня было, это всего лишь тренировки. Я не имел никакой еды, а теперь у моей мамы есть все, благодаря вам. Спасибо вам, Шон, Мик Мейнард, моему менеджеру. И тебе спасибо, Златан, что пришел поддержать меня. Теперь Хамзат Чимаев успешен и востребован как никогда. И он все равно продолжает тренироваться, оттачивать свое мастерство и стремиться к лучшему будущему с точки зрения профессиональной составляющей. За последний год наш герой пытался подраться как минимум 2 раза. Сперва это был Пауло Коста, которого заменил нигерийский кошмар. Я заставлю его плакать в октагоне. Доведешь до слез? Да. Все как обычно. А затем, ближе к лету 2024 года, нас ожидала первая попытка организовать столкновение Борза с Робертом Виттекером, который к тому времени вернулся на победную тропу Виктории над тем же Барачиньей. В главном событии вечера экс-чемпион среднего веса Роберт Виттекер будет драться с непобежденным Хамзатом Чимаевым на рекорде в 13-0. Эти ребята определяют претендента номер 1 на чемпионский пояс в скором времени. Ну и раз уж мы заговорили о жнице. Все, что у меня есть в этом мире, я заработал в битвах. Я бился и боролся изо всех сил, чтобы достичь той позиции, в которой я сейчас. Как только я нацеливаюсь на что-то конкретное, ничто не в силах помешать мне добраться до этого. Роберт Виттекер, или Бобби Наклз, что является его старым прозвищем, выступает уже очень давно. По профессионалам в смешанных единоборствах его стаж насчитывает уже более 15 лет, на протяжении которых этот парень отдает всего себя и прогрессирует в неустанном режиме. У австралийца были свои взлеты и падения, как и у многих ветеранов ММА, что вполне себе логично. Однако за последние годы он проигрывал только чемпионам весовой, да и сам держал при себе титул, если уж на то пошло. Сейчас я хочу вернуться домой к своей жене и ребенку. Немного отдохну и вернусь к работе. Я свяжусь со своими тренерами, мы снова возобновим наши тренировки и будем трудиться дальше. Даже если бы я проиграл сегодня, ничего бы не изменилось. Наши цели остаются прежними, и мы будем неустанно пахать, чтобы добраться до их выполнения. Многие считают Виттекера уже сбитым летчиком и делятся мнением о том, что он уже не сможет потянуть молодую оппозицию. На наш взгляд, это не является действительностью. С тех пор, как Роберт потерял свой пояс в бою с Изи и не сумел вернуть его в крайне близком реванше, ему не удалось переиграть лишь Дрикуса Ду Плеси, текущего чемпиона весовой, если кто не помнит. А в остальном жнец демонстрирует филигранную работу и своей трудовой этикой переигрывает абсолютно всех, с кем его сталкивают в центре октагона. Да, очевидно, я очень счастлив. После своих поединков я всегда выгляжу подобным образом. Это ведь шоу. Тем более я участвовал в перестрелке с Костой, и это тоже оставляет отпечаток. Я даже больше рад, чем обычно. Победа — это классно. Но я доволен тем, чего мне лично удалось достичь. Я сделал это, и поэтому доволен. Вот мы и подошли к тому самому поединку, который должен был состояться еще 22 июня. Бро, вот оно. Виттекер против Хамзата Чимаева в Саудовской Аравии. Это будет гребаный шедевр. Настоящая дикость во всем своем великолепии. Изначально эти двое собирались выйти и начать отрывать друг другу голову на турнире в Саудовской Аравии. И пока тренировочные лагеря шли своим чередом, ничего не предвещало беды. Интерес нарастал с каждым днем, а бойцы делились своим мнением друг о друге в средствах массовой информации. Честно говоря, я просто занимался своими делами, проводил время с семьей и тому подобное, пока мне не пришло сообщение. «Привет, что ты думаешь по поводу боя с Чимаевым на 22 июня в Саудовской Аравии?» Ну, мой календарь был свободен, поэтому я ответил «да». Почему нет? Погнали, сделаем это. Его еще не протестировали. Это все, что я могу пока что сказать в принципе. Мне нравится его поведение. Он такой страшный чувак. Я одобряю такие выпады с его стороны на самом деле. Его можно назвать эдаким сумасшедшим нового уровня. И я надеюсь, что он в том же духе продолжит разносить дивизион. И не будет целиться в меня. Пожалуйста, не нацеливайся на меня, Хамзат. Я разговаривал про Виттекера со своим тренером, и мы считаем его номером 1 в этом дивизионе сразу после Изи. И я бы очень хотел сразиться с ним. Я видел его последний бой, после которого я сказал своим ребятам, что для меня это будет легкая ночь. Его стиль очень удобный и комфортный для меня. Он предпочитает вести дело в стойке, но...
может оказаться в опасной ситуации на земле. Даже не борцы и не джитсеры могут забраться ему за спину. Это показывает его уровень. Если я окажусь у него за спиной и заберу его шею, я оторву ему голову. Я одержу победу сразу, как только это сделаю. Я определенно думаю, что цель будет состоять в точности такая же, как и на все предыдущие поединки. Выходить и проделывать свою работу. Выкладывать на стол свой геймплан против его и смотреть, как он к нему приспосабливается. Потому что я убежден, что привношу с собой такой арсенал из навыков, к которому он еще не готов. Самый короткий путь к победе будет заключаться в том, чтобы не светить сразу все свои лучшие стороны и бежать бороться. Главное, не бояться его борьбы. И во мне этого как раз-таки нет, потому что я неоднократно доказывал, что могу работать на земле с лучшими в мире. Правда, в тот момент представить миру данный поединок сильнейшей лиги не удалось. Хамзат Чимаев снялся с турнира по причине болезни, и на его место вышел молодой и только набирающий обороты протеже Чимаева Икрам Алискеров. Витекер расправился с ним в невероятно брутальной и внушительной манере, всего за 2 минуты, финишировав его нокаутом и получив бонус за выступление вечера. Я говорил всем вам, что я бугимен. Я лучший в мире и самый опасный боец во всем дивизионе. И вот теперь мы нацелились на октябрь. Номерной турнир UFC 308 собирается столкнуть этих монстров со главным событием вечера. Бойцам будет отведено целых 25 минут на то, чтобы забрать душу друг друга и вписать свое имя в титульную гонку. Я сам попросил этот бой. Серьезно? Да, это была лично моя инициатива, сразу же после того, как закончился мой прошлый поединок. Я знал, что в Абу-Даби намечается октябрьский карт и понял, что это идеальный вариант для меня. Я сказал, что готов провести еще одну подготовку и сразиться с Чимаевым только с гарантией, что на этот раз ничего не отменится в последний момент. И я сделал это в первую очередь, потому что искренне желаю идти навстречу тяжелым вызовам. Самым тяжелым, которые только могут быть. Ну, что думаете насчет предстоящей баталии в среднем весе, которая определит следующего претендента на золото дивизиона? Напишите свое мнение в комментариях, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, оставляйте за собой лайк, если данный ролик вам понравился. До скорого!